Походка от бедра в такт музыкальному сопровождению. Показ дизайнерской одежды от одного из вологодских стилистов стал началом фестиваля «В день молодежи». Площадь Федулова на несколько часов изменила свое название. В минувшую субботу пространство вокруг фонтана стало для всех жителей областной столицы арт-бульваром. Арт-бульвар стал уже традиционным. Он проходит второй год в день молодежи. Сегодня День молодежи совпал с Днем города, и вот площадь Федулова превратилась на самом деле в такую большую площадь молодежи, на которой представлены абсолютно разные направления творчества молодежного. Развеселить зрителей, не произнося ни слова, Артем Ясаулов уже не первый раз примеряет на себя сценический образ. Молодой человек играет в школьной команде КВН, сочиняет прозу. Опробовать развлекательный жанр решил в честь праздника. Мим на площади Федулова – это своего рода подарок для горожан. День молодежи. Я молодежь. Я хочу участвовать в этом, привлекать больше внимания к творчеству, чтобы люди творили и... Это придавало благо нашему обществу в России. Вместе с творчеством на площади легко соседствуют другие виды активного отдыха молодежи. BMX, паркур, стрит-воркаут, уличные танцы. Свои таланты и запредельные возможности показывают участники фестиваля «Дыхание улиц». Совсем неподалеку юных ребят учат рукоделию в клубе семьи «Горком-35». Еще одно подразделение молодежного центра представлено в виде взвода наемников. Рядом с бойцами современности – военно-полевой лагерь времен Первой мировой. Клевая площадка в целом. Молодежи нужно реализовываться, показывать свои таланты перед людьми. Город должен знать своих талантливых жителей. Несмотря на то, что арт-бульвар уже прошел, присоединиться к молодежному творческому движению и выступить перед жителями областной столицы может любой желающий. Аналогичные фестивали, только меньшего масштаба, пройдут в течение лета во всех микрорайонах города. Павел Громов, Василий Попурин, Новости Вологды.